you. Не слышно? А вот сейчас. Привет, сегодня на кухне... Не, Коля. Коля же хотел Ганс Китчен. Привет, сегодня на кухне Гона, оно же Ганс Китчен. Вы узнаете, как правильно приготовить бутерброды. Есть различные способы приготовления, но мы остановимся на двух наиболее интересных. Бутрик для босса. Итак, переходим ко второму способу. Когда готовишь бутерброд для девушки, не забудь добавить чуть-чуть конского возбудителя. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Have a nice day. Колбаса и майонез. С черной икрой. Ну не знаю, в Макдональдсе очень люблю бутерброды. Буррито. С маслом и хлебом. Обычный бутерброд с маслом. Бутерброд, как по-немецки, обычный, стандартно. Не вызывающий никаких эмоций. Съел и пошел. Верно. Прекрасно. Я понимаю. Сырок плавленый намазываешь так тоненько. Ложишь колбаску. Так. А сверху огурчики. Но не простые огурчики. А какие? Маринованные или соленые. Кетчуп, да. Куриная грудочка. И это ложится салат на нее, капусточка. Это вообще... Звучит очень сильно. Я знаю. И мой любимый бутерброд называется «День и ночь». Сверху белый хлеб, снизу черный. А посередине как повезет. То ли колбаса, то ли майонез. Знаешь ли такое понятие в сексе, как бутерброд? О, конечно, знаю. Давай, расскажи его. Оп-оп-оп. Это неправильный ответ. Правильно, да. Бутерброд на самом деле в сексе, когда девушка находится посередине, а сверху нее парень, и снизу нее находится парень. Скажи мне, пожалуйста, была ли у тебя такая ситуация конечно. В жизни? Конечно. Была. Раза три. Было такое. В сексе? Да. В лучшем случае это девушка, парень, девушка. В худшем я еще не был, но в худшем это ладно, парень. Скажи мне, а как развести вообще девушку на вот на бутерброд? На бутерброд, если есть девушка, которая согласна выпить коктейль, так. То эта девушка уже согласна на все. На бутерброд? И даже на бутерброд. Дорогие люди. Первое, надо напоить. Правильно? Да. Можно дальше. Чем-то заинтересовать. Чем? Ну там большой аквариум, красивое кино, алкоголь и заинтересованность. Я думаю, больше ничего не надо.
Я хочу тебя! Просто, блядь, для бутерброда, блядь! Да. С двумя мужиками, блядь! Это охуенно! 100%! А ты пробовал? Конечно! Да ладно! 100%! Как ощущения после бутерброда? Никакие! Да, был такой опыт подобный! Ничего себе! Попробовать стоит! Нужно сказать, что друга день рождения. Так. Он хочет движения. Так. А потом случайно оказались трое вас. Нужно с ней побольше говорить. Обсуждаешь. И в итоге она просто сама тебе потом скажет, положительный ответ даст. И что, и у тебя такие ситуации прокатывали? К сожалению, нет. Конечно, нет. Я тоже не могу в это поверить. Да. Вот мой кореш. Без кореша. Кореш, расскажи. Не, я с ним же был. Я понимаю, но ты расскажи. И был бутерброд. Как игра бутерброд. На этой прекрасной ноте я хотел бы завершить сегодняшнее пати. Уважаемые клаберы, рекомендую вам готовить бутерброды на праздничный стол, а лучше всего и в постель. Как готовить бутерброды в постель, я вам уже только что продемонстрировал. Пока! Пойдемте. Главное, не делайте постельный бутрик вот так. That little mama just break it down for the boy Bow Wow. When that boy Chris Brown, all I wanna do is see you take it to the ground. Bring it up slow, twerk that thing like them girls in the videos. And I'm leaving here with something. I come with that good game, baby girl. Now I ain't frontin', I got that Bentley GT parked outside. So scream at it when you're ready to ride.